Всем привет! У нас дождь. Сегодня 16 апреля, вторник. И как и обещали, у нас вчера и сегодня ливни, дождь, гроза. Кстати, такой странный гром был вчера. Как будто бы сверхзвуковой самолет перелетел с одной стороны дома на другой. Вот утром были еще периоды без дождя. И вот так вот целый день. Вчера и сегодня. Но я хотела показать вам не дождь, в принципе, а вот эту буйную зелень. Посмотрите. Посмотрите, какие громадные листья на гортензии. Они уже темно-зеленые. Такая красота. Туя. И даун дуры. Забываю, как по-русски этот кустарник называется. Он уже цвет выбрасывает. Видите? Нужно подстригать вот эти молоденькие веточки. Это туя тоже. Видите, отрастает. А, у нас еще был и сильнейший шторм вчера и сегодня утром. Как красиво капельки. И соцветия уже какие. Этот наш кустарник растет очень медленно. Там ландыши у нас тоже. Ну, как-то их стало меньше. Видите? Такая погодка. Вот опять ветер поднимается. Видите, бак упал у нас сегодня по вторникам. Ну, через неделю забирают отходы такие зеленые. Да, из сада, овощные. Вот такая погодка. Завтра обещают день без дождя, и затем снова дождь. И, кстати, очень похолодало. Если на той неделе у нас было 24-23 градуса, один день вообще 25, то сейчас градусов 11. Вот такой дождь. Хорошо в такую погоду находиться дома. Люблю шум дождя, но когда ты дома, да, в тепле, в уюте, и не дай бог вот такую погоду на велосипеде. Ну, все это я прошла. И пешком. Я ходила в школу через длинный железнодорожный мост. И снег, и дождь, и град. Ребенок с 7 до 17. Как и все остальные дети. И это, конечно, хейнпретчи, как здесь говорят. Никакого удовольствия. Нет. Даже по каплям, да, вот по лужам видно, что дождь затяжной. Вот с машин смоет как раз эту сахарскую пыль. Потому что я как раз тогда помыла машину, и потом к нам этот шторм из Сахары добрался. Все машины, окна, все было в этом песке, в этой сахарской пыли. Ну и листики тоже сейчас все вымоет. Пишите, где живете вы. Давайте сделаем такую перекличку. И какая у вас погода? Какой у вас апрель?